Доброго времени суток. Давайте рассмотрим такую монету, как Divide X. Кто его как называет, то Dudix, кто как. Divide X. Что это из себя представляет? Ну вот сейчас такое, что пишут активно покупать. Но здесь вот месячный график. Уж не знаю, куда там активно покупать. Divide X. Смотрим. Карты Таро. Пожалуйста, покажите нам. Давайте их настроим. Divide X. Ну и такие, во всяком случае, ходят разговоры, что да, да, надо брать. На газу брать. Divide X. Вырастет ли твое денежное деревце? Матрикс. Очень интересно. Вот что оно представляет. А, покупка благодати Святого Духа. Ну, здесь да. Покупка благодати Святого Духа. Святого Духа, вот именно. Купишь только Святой Дух. Вот. Что она себе представляет? Divide X. Посмотрим. Перспективу. Какая у него будет перспектива? Быстрая перспектива. Все очень быстро будет с ней происходить. Так. Очень... Просто быстрые действия. В какую сторону? Давай, Алекс. Здесь вот перевернутые непосредственно мечи, шестерка мечей. Переезда никакого не будет. И королева чаш. Какие-то иллюзии. Сплошные иллюзии, сплошные какие-то мечтания о том, что пойдет вверх. Но все это вода, кругом вода, и здесь вода. Так, шестерка идет к пятерке у нас, пятерка. Ничего, неоднозначно. Давай посмотрим. Прошлое. Настоящее. Будущее. Результат. Давай, X. Сейчас да, вливание, потом перевернутое отширение. Вот результат такой. Перевернутый. Сам уже больше не будет он так вот заманить. Не будет заманивать. Ну да, здесь по идее отмаливание грехов. А здесь вот сам, как говорится, этот персонаж. Персонаж, за которого гибнут за металл. Да, и отшельник перевернутый. Ну, отшельник само по себе, оно не очень. Так, посмотрим, что у нас по отшельнику. Кстати, сказать, что у нас королева мечей. Какая-то проигранная битва над Николу. Так, тайна будет. Тайна по отшельнику. Да, и вот как раз вот это вот. Она вышла на срезе, вынесла. А что у нас по тайне? Какие-то свои рубежи будет охранять свои рубежи. И дам пентакли. Ну да, там, видимо, возможно, какой-то рост. Да. А здесь что, перевернутый маг. По этому результату. И какой-то такой вот шестерка. Шестерка жезлов, какое-то ликование, какое-то, ну, как будут представлять все это свету, свою деятельность. Ну, да. Это так, в общих чертах, не месячно, ничего, давайте посмотрим. Один месяц. Два и ДХ. Один месяц. Два и ДХ.
Сила, начало месяца перевернутая. Четверка мечей. Вот какой-то переезд будет, куда-то она двинется. И все будет с ней не очень быстро происходить. По силе, что у нас? По перевернутой. Ну, что можно сказать? Депрессия, кошмары, горькие разочарования. Ну, слезы конкретно. Слезы. Это получается девятка мечей. Слезы. Это начало месяца. И отшельник вот как раз. Отшельник это значит все. Все-таки сольют. Наверное. Да, и тяжелая очень работа. Карпатинная. Это начало. Это где-то середина. Да, тенюшка пойдет вниз. Вниз. Divide X. Разбитый сердце по полной программе. Обнищание, обнищание под конец месяца. То есть хомяк не заходи сейчас на хаях. И перевернута пьяница, алкоголик, наркоман, вообще какой-то. Ну, то есть это такой персонали, как мечтатель и романтик в отрицательном значении. То есть такой, ну, в общем, в данной ситуации тип корабль его перевернулся вот здесь, вот корабль. Перевернулся, и вообще. Вода стала как небо, а небо как вода. Перевернуть, ничего хорошего. Вот месяц ничего хорошего. Вот смотрите. Начало. Начало, утраченная сила. Конец. И вот как результат разорения. И все такое прочее. Господа, вам всех благ, удачи, здоровья, счастья.